Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня у нас международный турнир, на котором примут участие 4 страны. Это команда из Грузии, команда из Казахстана, Армении и Израиля. Сейчас мы идем на турнир. Вот сейчас нужно выложиться. Я в вас верю. Верят ваши родители. Поверьте, вы в себя, у вас все получится, ребят. Нет ничего невозможного. Все зависит от вас, все в ваших руках. Нужно просто сегодня проявить свой характер. У каждого получится, я верю. Будьте дерзкими здесь, на татаме. Я знаю, что вы дома с бабушками, с мамами, с родителями. Дерзкие, дома все, крутые, важные. Будьте крутыми и важными вот здесь. Вот сейчас конкретно покажите, какие вы крутые. Нужно выйти, каждую встречу выложить. И когда вы здесь будете укладываться, никто вас не выиграет. Просто нужно переждать момент. Вы все вышли, все мощные, все сильные. Но через минуту-две минуты кто-то уже начинает сдаваться. Кому-то нужно 5-10 минут. Вытерпите вот этот момент, и вы станете сегодня чемпионом. Покажите характер, агрессию. Нужно внутри чуть агрессивным быть, поняли? Кровожадно внутри быть, спортивная злость. Какие призы сегодня ждут чемпионов? Кубок за первое место. Вот такие медали. И, конечно же, грамоты. Вот, тебе нужно зайти. Понял? Нет ничего невозможного, у тебя все получится сегодня. Продерни. Опережай, двигай. Вперед, назад, назад. Да, Дари!